Елочка правым боком. Левым боком. Правым боком. Приставные. Левым. По два раза. Вращаемся вправо. Влево. Раз влево, раз вправо. Бежим правым боком. Закидываем колено. Левое. Никита, посмотри, как делают. Другим боком теперь. Сено, солома. Никита. Лево-право не знаешь. Каким бегом? Коньковый ход. Легким бегом. По сигналу присесть. Хоп! 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 Легким бегом. Хоп! 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 Легким бегом. Прыжок вверх, прогнуться. Хоп! 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 Легким бегом. Вращение бедрами. Хоп! Ускорение. Легким бегом. Насосик. Спокойно. Согнутые в локтях, вращение вперед руки. Назад. Прямые вперед. Назад. Поплыли вперед. Назад. В разные стороны. В другую сторону. Крутим стрелочки влево. Выше, выше руки. Эдгар. Вправо.
Легким бегом. Легким бегом. В локтях вращаем от себя. На себя. Поочередно от себя. Молоточки перед собой. От себя. Поочередно перед собой. Поочередно от себя. Легким. Волосы на себя из головы. В другую сторону. Спокойно. Ножницы. В другую сторону. За воротом. Так, остановились. Дальше продолжаем сами. Там добежали чуть-чуть сюда. И потом бежите, когда лес кончится, уже быстрым бегом примерно. До зала. Давайте, пошли. Вот это вот старая беговая дорога от спортзала, который круг равен 5 километрам примерно. Сейчас никто за ней не следит. Это как бы собственное самоуправление, данная дорога Калсонского. Вот немножко опасно по глазам. Может ударить, но зато безопасно, что нет автомобилей. В старые времена здесь всегда бегали. Но сейчас нас интересует только, чтобы было все вылезано перед Думой, а внутри у нас все запущено. Как бы для подготовки спортсмена важен не только бег по стадиону, который многим же детям кажется нудным, но также и кросс по пересеченной местности. Но в данном случае это тяжеловато тут бежать. Также устроена свалка местами. Там дальше еще пострашнее, не прошел, в следующий раз сниму. Асфальт еще кое-где пробивается, виден. Пруд красивый. Остатки автомобилей.
Тут немножко бобры поработали уже. Красиво немножко. Вот там виднеется пилорама. Вот мусор натуральный. Тут еще есть люди. Такая же беда. Останки различной аппаратуры, радио, теле, кинескопы. Так вот, хотелось бы, чтобы господа из Думы снизошли до просьб родителей и сделали здесь нормальную дорогу, чтобы могли бегать тут все спортсмены, просто желающие здорового образа жизни. Они занимались бы вылизыванием тропинок и лужаек перед Думой. Вот сюда со стадиона был срыт старый грунт вместе с кирпичами, с камнями. Но потом, видимо, решили сэкономить денег. Этот грунт весь обратно положили его. И сейчас постоянно земля отталкивает из себя камни, кирпичи. И это очень опасно. Было уже очень много их вырвано из поля. До этого мужики тягали рельсу, по-тупому вырывали, их равняли поле. Но до идеала ему еще очень далеко. Тут яма на яме. Это вот у нас новое поле, типа того. Мячик скачет безбожно.
Ну, это примерно так выглядят эти кирпичи, которые вылазят. На такую под спиной приятного будет мало. Хотя бы коленом. Время от времени приходится выбрасывать эти камни с середины поля. Идеально ровное поле. Спрашивается, кто будет отвечать, если дети получат травмы? Конечно, не чиновники, сидящие в теплых креслах. Здесь вот это вот пылью дышат дети, когда бегут. Неубранные беговые дорожки. В песке. Вот, трибуны для зрителей. Гол! Вперед!
Вот тут щебенка прямо в воротах. То есть ворочку тут стоять очень приятно должно быть. Все усыпано щебенкой. Вот кирпичик, заросший травкой.